Новая модификация самого высокотехнологичного в мире настольного рентгенофлуоресцентного спектрометра. Ригаку с гордостью представляет новый прибор Super Mini 200, представляющий собой усовершенствованную модификацию Super Mini, первого в мире настольного высокоэффективного рентгенофлуоресцентного спектрометра с дисперсией по длине волны. Новый прибор продолжает традиции Super Mini. Он сочетает в себе высокую аналитическую мощь и производительность волнодисперсионных спектрометров, обеспечивает минимальную эксплуатационную стоимость, в отличие от традиционных спектрометров. При этом новая модификация отличается более высокой эффективностью программного обеспечения, непревзойденной чувствительностью и компактностью. Рентгенофлуоресцентный спектрометр с дисперсией по длине волны – это мощный инструмент, обеспечивающий ряд следующих преимуществ. Чувствительность к легким элементам, непревзойденную разрешающую способность, а также минимальный предел обнаружения элементов. Недостатки предшествующих систем рентгенофлуоресцентных спектрометров с дисперсией по длине волны заключались в больших габаритных размерах, высокой стоимости и необходимости специального дополнительного оборудования. В отличие от других систем элементного анализа, таких как ICP и атомно-адсорбционный, рентгенофлуоресцентный анализ исключает необходимость этапа химической подготовки, упрощает процедуру подготовки проб. Новый прибор Super Mini 200 компании Ригаку идеально подходит для лабораторий 21 века. Он воплотил в себе все преимущества традиционных волнодисперсионных систем при меньших габаритных размерах и стоимости. Стоимость Super Mini 200 практически в два раза ниже стоимости традиционной системы, а размеры нового прибора составляют лишь четверть от традиционных систем. Super Mini 200 разработан на основе передовых решений в области аппаратного и программного обеспечения. Прибор отличается исключительной чувствительностью при анализе легких элементов и великолепной разрешающей способностью, что является важнейшим требованием для большинства аналитических задач. Super Mini 200 отличается новым дружественным интерфейсом. Оптимальная организация различных функций обеспечена за счет интуитивно понятных информативных значков. Кроме того, предусмотрено пошаговое информирование и направление пользователя по всем этапам количественного анализа – Flowbar. Эта функция является своеобразным экспертом, сидящим рядом и поясняющим процесс анализа. Новая функция Easy Analysis значительно упрощает выполнение каждодневных рутинных операций. Единый интерфейс обеспечивает отображение всей необходимой информации о состоянии проб, параметрах измерений и анализа, а также вывод результатов. Все это организовано в едином и удобном для понимания интерфейсе. Функция Easy Scan обеспечивает возможность анализа неизвестных проб без какой-либо предварительной настройки. Чтобы запустить процесс анализа, требуется лишь несколько щелчков мышью. В сочетании с программой SQX Ригаку, построенной на методе фундаментальных параметров, достигается высочайшая точность и быстрота получения результата. Возможности SQX обеспечивают автоматическую коррекцию всех матричных эффектов, включая случаи перекрытия линий. Кроме того, в SQX предусмотрена коррекция на атмосферу, наличие примесей и анализ пленок. Дальнейшее повышение точности результатов обеспечивается за счет библиотеки соответствий. Анализ легких элементов всегда представлял собой непростую задачу для рентгенофлуоресцентных приборов, поскольку выход флуоресценции излученных фотонов пропорционален атомному номеру в четвертой степени. Легкие элементы не только излучают фотоны с низкой эффективностью, но кроме того их линии могут налагаться друг на друга, а также на L и M линии более тяжелых элементов. Это и является основной сложностью при выполнении анализа легких и тяжелых элементов в одной пробе. После оптимизации рентгеновского пути и установки специализированного детектора для низкоэнергетического рентгеновского излучения в новом Super Mini 200 указанные выше препятствия оказались легко преодолены, а предел обнаружения на уровне миллионных долей весовых процентов обеспечен вплоть до фтора.
Сердцем Super Mini 200 является небольшая рентгеновская трубка мощностью 200 Вт с воздушным охлаждением. Она обеспечивает оптимальное сочетание мощности, размеров и потребительских свойств прибора. Высокочувствительная система регистрации Super Mini 200 построена на использовании сцинцилляционного детектора для анализа тяжелых элементов и проточно-пропорционального для легких. На первичный пучок может устанавливаться один из следующих фильтров – циркониевый для анализа кадмия, рубидия, родия, палладия, серебра или алюминиевый для анализа на микропримеси калия или серебра на пленке. В конструкции Super Mini 200 предусмотрено сменное устройство на три кристалла. Кроме двух стандартных кристаллов, в зависимости от ваших задач, может быть выбран и использован еще один из двух кристаллов, предлагаемых дополнительно. Твердые пробы, например, сплавы металлов или прессованные брикеты, измеряются в условиях вакуума. В качестве опции в атмосфере гелия предусмотрен анализ жидких проб, например, водных растворов или масел, помещаемых в специальные жидкостные кюветы и закрытых пленкой. В стандартную комплектацию прибора уже включено 12-позиционное автоматическое устройство смены проб, значительно облегчающее пользователю процесс выполнения рутинных измерений. Замена проб в этом устройстве может осуществляться в процессе съемки, не вызывая необходимости прерывания самого процесса. Все это обеспечило дальнейшее повышение удобства использования прибора для наших пользователей. Новая система Super Mini 200 Rigaku обеспечивает пользователям следующие преимущества: высокая надежность в сочетании с низкой эксплуатационной стоимостью, непревзойденный уровень чувствительности при анализе легких элементов, высочайший уровень точности анализа, компактность размеров и минимальная занимаемая площадь, простота обучения и использования. Идеальный резервный прибор для отраслей с жестким временным режимом элементного анализа. Super Mini 200 может использоваться в широком диапазоне отраслей, в том числе нефтехимия, нефтепереработка и производство биотоплива, производство смазочных материалов и присадок, охрана здоровья и труда, черная и цветная металлургия, цементная и добывающая промышленность, производство покрытий и пленочных материалов, производство пластмасс и полимеров, горнодобывающая и аффинажная промышленность, пищевая промышленность и производство компонентов пищевых продуктов, фармацевтическая промышленность и производство нутрицептиков. Подробная информация по новому рентгенофлуоресцентному спектрометру с дисперсией по длине волны Super Mini 200 от компании Rigaku приведена на сайте rigaku.com/supermini200.